Я являюсь председателем Беремлик партии демократического социализма «Евразийский выбор». Вот. И свою идеологию, своя философия нашей партии – это евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Вот. И действительно, на территории евразийства суверенным может быть государство, только объединенное на всей территории евразийства. И для того, чтобы мы, вот, кыргызы, не потеряли свою субъектность, мы должны быть сейчас вместе и интегрироваться. На самом деле у нас очень много общих корней, вот, поэтому свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой. Манкурт! 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 Биримдик чирешке дейт. Биримдик чирешке! Биримдик чирешке! Биримдик чирешке! По поводу высказывания лидера партии Биримдик Марата Аманкулова о том, что он так косвенно выразился, что якобы мы, Кыргызстан, за 30 лет независимости не состоялись как государство, и мы должны вернуться назад. Но они это выражают как выбор, евразийский выбор, интеграция. Я понимаю, что когда речь идет о культурной интеграции, о социальной интеграции, но его выражение, то, что нужно возвращаться, он должен сегодня дать конкретное объяснение, что он под этим имел в виду. Возвращаться назад в Советский Союз? Если бы такое высказывание, которое себе позволил партия, представитель партии Беремлик, кто-то другой сказал, его бы уже допрашивали в КНБ. То есть это показатель того, насколько власть избирательно борется с такими вещами, и насколько она избирательно преследует по политическим мотивам. И я думаю, что если мы на эти высказывания должны заняться компетентные органы, потому что это вполне себе такой призыв, да, к нарушению нашего суверенитета. Я хочу, чтобы президент сегодня видел, что его народ против присоединения, потому что он завтра будет встречаться с Путиным. И он летит туда без повестки. Вот эти вот закулисные встречи президентов, они ни к чему хорошему не приведут. Они должны быть открыты, заранее должна быть известна повестка. И я считаю, что вот этот митинг должен ему вот четко показать, что мы не дадим, чтобы манипулировали нашими гражданами и втягивали в нас непонятные такие интеграционные процессы.